Такое интересное. Ночью гнездо строит, вон туда. Посмотри. Это голубь. Ночью открыл его, он гнездо строит ей. Я такого не видал, чтобы среди ночи проворный какой. Наверное, мы свет зажгли, тогда он решил тут это. А она вон сидит на этом, греет его. Он под ней, вон там. Видно, там что-то шевелится. Живот. Сейчас я дам, они вылетят. Ну и все. И тогда еще снимешь. Давай. Гуля, 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 гуля. Вот наблюдай за ними. Гуля, 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 гуля. Они сейчас вылетят, а потом туда семечек дам. И скорее его сфотографируем. Какой он. Гуля, 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 гуля. Вот тут сюда встань, чтобы видно, как голову показывает. А что ты куда-то за стенку-то ушел? Вот где я стою, рядом. Гуля, 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 гуля. У нас заболела буска, это сказать, паля. Вот она бегает. Уколы даем ей. То ли головой ударилась, гематома. Было такое, наверное. Или, говорят, клещи. Гуля, 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 гуля. Гуля, 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 гуля. Вот привязываешься как-то к скотине, к голубям, и они уже как бы тут и нужны. Вот тут надо открыть им туда, чтобы видно было. А это прячется вон где. Паля. На одном месте, как за хвостом крутится, за своим. Вот она. Прятаться надо. Гуля, 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 гуля. Гуля, 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 гуля. Не вылазит что-то сегодня. Кошку отнесли к Надежде Васильевне с буской там, рыжая. А это здесь полумертвая. И голуби полетели, она сразу ожила. Вот что значит зверь. Ласковый зверь. Вот он. Гуля, 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 гуля. Смотри, как она прыгает. Куда? Вот это уж я не ожидал от нее. А голубь будет вылазить сейчас. Он бы бросил все. Да ты откуда такая? Да разве можно это? Вот уж не ожидал. Ты полумертвая едва ходит и скаканула как. Ты что это? А, Паля, ты что тут? Но Паля, 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 да заболела тут. Вчера была Настя, ветеринар. Наставила разных лекарств. Одно для расширения сосудов. Вот она какая. Ну-ка. Куда она? Смотри, что делает. Она может прыгнуть еще раз. Никак. Надо, надо раздвинуть это, чтобы здесь не за что было цепляться. Гуля, 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 гуля. А то ничего не сделать, видишь. Гуля, 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 гуля. А голубь-то то ли чувствует, или еще опасность. Видишь? Никак не ожидал она. Ей тут бок выстрелили, туда уколы делать. Мы вчера кое-как сделали вечером. Но. Вот она как голову, ты видишь, держит, гляди. Вот она, вот боком, она, у ней ориентация сбита. Вот она. Глаза такие. Вот так, хорошая Паля, Паля хорошая. Дай, пускай там залезет. Гуля, 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 гуля. Она может... Вот ее кидает куда-то, она как пьяная. Почему ветеринар-то Настя и дробот, она говорит, она не ударила с лиги головы. Ну, где-то усмотришь, она же лазит наверх и могла упасть. Вот она как. И там, может быть, в голове что-то у ней сделалось. Ты гляди. Это она прямо направление идет, она ищет туда залезть к ней. Да, карабкается. То есть она слышит, что они там. Она может и голубенка повредить. Это она стартовую площадку ищет, откуда прыгнуть голубям. Вот уж не ожидал. То это бесполезное дело. Да ты гляди. Она оттуда прыгает, оттуда вот так вот спускается. Это вообще. Ну-ка давай. Давай. Давай, 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 давай. Хвостик убирай скорее. Вот так.
Вот, ну, совершенно не ожидал, что она такой винт сделает. О, пока голуби, у меня утренний облет должен быть. Гуля, 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 гуля. Гуля, 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 гуля. Сейчас я пшеничники, так сказать, их дам. Семечек, мелкое семечки. Гуля, 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 гуля. Сидит, даже не шевелится. Гуля, 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 гуля. Неужели он почувствовал, что она... Вчера вот здесь она, держу ее, отпустила она, а они там вверху обратно не летят. Я тогда взял на колени, ушел в ту комнату, тогда слетели. Вот интересно, как у них заложено, что кошка — это очень опасно. Это Господь им дал еще с райской обители, видно, как согрешили люди. Каждый питался, лев ел солому, питался травой. Гуля, 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 гуля. Еще не воркует, нет? Гуля, гуля, успокоился. Ну иди. Они, наверное, не поняли, что эта кошка прыгнула-то. Гуля, вот он вылазит. Гуля, 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 гуля. Вот он где вышел. Ну, сейчас она за ним сразу же вылетит. Давай. Вот он как. Все. Вот она. Все. Идем скорее. Посмотри, что там есть. Вон он. О, видишь, где сидит? Видно, нет? Да, видно. Сейчас я его оттуда вытащу. И он направляется вокруг там. О, на ладони-то видать, какой он. Черныш. Черныш, дикари. Нос длинный, красивый какой. А сам как пузырек. Держишь его, как будто студень какой-то. Вот он. Но сейчас маленько я его буду брать уже и будем знакомиться. Буду что-то разжевывать, изо рта в рот ему давать. Тогда он ни на шаг от меня не будет отстать. Она уже гнездо, все, я им села солому принес, а сюда посмотри. Сюда. Вот я его туда возвращаю, на свое место. Вот туда с той стороны зайди. Вон туда, видно. Вот сюда, камеру тут как-то. Вон туда. Вот туда его я назад повернул. Вот он где. А это вот оно гнездо. Я солому вчера принес. Второе гнездо сделать. Что-то тут разбили. Мало где-то надо положить, еще будет или что. И вот она уже начинает гнездить гнездо. Все. Вот они. И уже вчера гляжу, он ее топчет. Вообще удивительное дело. Ну, совсем махонькие, там, не знаю, недели полторы вывелись. И все. Почему они быстро размножаются-то? А она, ребенок еще, говорится, памперсы не сняли с него. А он уже все спит с женой. Все, опять жену в роддом. То есть у него забота именно плодиться. А вырастить, не вырастить, зарплата, не зарплата, плодить нищету, он об этом не думает. Как я делал печь, одна казашка говорит, Бог даст барашка, Бог даст травинку. То есть аборты делать не надо. У Бога все вымерено. Вот это. Возьми, как лемминги распространяются. Много будет сов, много соболей. Если такая уже природа, это мало выводится тех и других, потому что корма меньше будет от этих мышей, их меньше будет. У Бога все это высчитано. О! Вот, представь, какая радость. Вот. В доме, в избе вот они летают. Интересно, в «Алтайской правде», это наша губернская газета здесь, «Алтайская правда», старинная газета. Огромная статья была, Наталья Сохарева написала, заголовок на первой странице и, кажется, на второй, просто полоса, про голубей. И заголовок: «У злого человека голуби не водятся». И второе: «У злого человека голуби не держатся». Вон она, смотри, она его подцепила за клюв. Иди, вот она его все... Хватает за клюв буквально. За клюв это по-другому она не может. Ей надо его, чтобы он вот так вот подальше. Видишь, это любовь такая. Вот она хватает его за нос. Надо подергать, это обнимается, это поцелуется так. Вот, и она сразу садится, и он ее топчет. Вот посмотри. Еще. Тихо смотри. Не каждый же это увидит, где такая подробность.
Все, она садится. Еще его вызывает, как раз показывает все. А он еще с утра не готов, не проснулся, а она его уже в постель зовет. Вот такая любвеобильная. Вот она сейчас дальше будет опять занос. Что-то у них там есть, это я не знаю. Вот от, сюда ближе это голубка. Вот она села, распласталась, и все, готово. Площадка готова. Вот она. Все, и прям сразу садится, все. Легко залазить на нее. Так, смотри, вот начинается акт любви. Соединение. Не получилось, не с той стороны зашел. Оказалось, что она легла неправильно на подушке. Ноги на подушку положила, а головой туда. А он залез как обычно, а там голова. А где голова, ноги. Он сейчас думает, а как же так? У нас просонок. О, смотрит. А что у нее ребенок? То есть нельзя было даже закрыть, она билась в решетку. А сейчас нужды никакой нету. Взял я в руки, она уже все. Теперь у ней устройство новое. Новая спальня. Сейчас она обязательно к нему будет опять лезть. Еще снимать. Теперь он крылья под крыльями. Там у них что-то есть. Вот гусь, когда носом там у себя под животом тоже так делает. Он потом смазка. Нос свой намажет там солидолом. А потом крылья смачивает, и вода не прилипает. Почему он всегда сухой? И это вот он под крыльями. Там нечего делать под крыльями. У него там какие-то флакончики, духи. Духи, как назвать правильно ударение-то. И она тоже делает. И они обмениваются этим запахом. Так говорят голубеводы. И это нравится. Именно этот момент выделяется. Вот он со всех сторон муштрует себя. Вот так. Ну, как у кошек корень валерьяны. Как-то я что-то делал и просыпал там. Да коты в окрестности сдурели. Приходят, валяются грязно. Тело свое старается намастить этим корнем валерьяны. А там его и нет-то уже. Но земля, видимо, пропиталась запахом. Все. Все. Она его сбила. Давай потихонечку слазь на этом. Включать? Ну, конечно. Вот он сидит. Он лег спать. У него все как надо. Оправляется сбоку. Никуда его не носят. Вот ласточки, воробьи, они помет берут из гнезда выносят. А нету, голубь очень грязная птица. Один говорит, летающая крыса. Вот оно, пожалуйста. Ну и оно делается сплошняком дальше, как. Вон, видишь. И он столько оправляется. И когда уже ему вылезать из гнезда, вокруг него как бруствер из помета. Все на этом.